Добрый день, уважаемые зрители. С вами снова компания «Крохмонтаж». С нашим проектом «Строим каркасный дом» с компанией «Крохмонтаж». Сегодня четвертый день нашей стройки. И сейчас мы отчитаемся. Все, что посмотрите, уже видны очертания каркасного дома. Уже появились контуры второго этажа. Сейчас мы сегодня тоже как-то прохладно. Сейчас на подъезде пиломатериал будет вести Маурлат. Еще какой-то пиломатериал, значит, для крыши, стропила и так далее. Ждем от заказчика на днях расположение окон, потому что все зависит, расположение окон, например, все зависит от внутренних перегородок. Да? Можно сейчас, конечно, впилить размеры окон в стены, да, так сказать, выпилить. А потом, когда начнется планировка помещений, перегородки, получится так, что окно или близко к стене, или там несимметрично помещение и так далее. Ну, есть еще мы будем проводить антисептирование. Обязательно мы прокрасим весь пиломатериал каркасного дома огнебиозащитой, сенеж. И мы еще подумаем, потому что там, я имею в виду, подумаем над составом, потому что там разброс большой. Есть разные там по категории, по направленности. Есть именно био, есть и огнево-био защита, там разных степеней. Мы посмотрим. Вот мы зашли с другой стороны дома, заднее, так сказать, расположенное к полю. Мы, кстати, еще вам не показывали дом с этой стороны, потому что, в принципе, со всех трех сторон мы показывали. С этой задней нет, решил показать. Тут тоже было сбито, вот, Вась, покажи кирпич. Тут где-то было, мы сбивали стену перфоратором, где-то 80 сантиметров кирпича. И вот вид сзади тоже сделали. Вот эта печная труба, доставшаяся в наследство от бывшего хозяина. Не знаю почему, там печка, там, кстати, в подвале полноценный цокольный этаж, между прочим, на человеческий рост, там, в принципе, 2,20. Стоит печка, не знаю, там планировалось или его раньше как-то обогревали, не знаю, и это, в принципе, труба идет оттуда. У нового заказчика сейчас, по-моему, план ее разрушить и выкинуть. В принципе, подвал там не используется как таковой. Вась, когда машина с пиломатериалом? Через 37 минут. Нам пора бы контейнерочек бы. Ладно. Заказать, чтобы убрать? Ну, конечно. Ладно, еще терпим. Еще немножко. Бог с этим контейнером. Дай мне березовый сок. Сейчас пора березовый сок. Для почек. Любитель природы. Класс. Хорошо? Да. Угощайся. Натуральный продукт. Вот не зря мы оказались в этом месте, потому что это важный узел. И в этом месте будет проходить подпорка потолка аж второго этажа. Здесь внизу плиты под деревянным полом. Мы будем прорезать в полу отверстие, и чтобы туда брус проходил, сажался на... стоял на плите. Вот этот брусок удалим. Вот. И будет брус проходить сквозь, значит, потолок первого этажа и подпирать крышу второго. Так как, еще раз прошу показать этот момент, вот эта гостиная большая имеет большое провисание. Здесь вообще нет несущих конструкций, которые подпирали, на которых можно опереться
потолок второго этажа. Вот. И эта перегородка санузла, она тоже фальш-стена, по сути. Но мы исхитрились и будем внутрь ее прятать нашу большую подпорку. Вот такой момент. Ну вот мы поднялись наверх, чтобы более точнее показать, что у нас происходит на втором этаже. Вот существующая временная кровля, дабы не замочить первый этаж. Конечно, ребятам дождь сегодня очень сделал беспокойную ночь. Ливень шел конкретно. Ну а что делать? Вась, кстати, маленькая ремарка. Вот это обзол кора, видишь, на обязательно. Это уничтожить. Топором это все надо обтесать. Вот это не оставлять, вот эти моменты. Конечно, конечно. Обязательно скажи ребятам. Далее. В принципе, уважаемые зрители, не судите строго. Доски еще не закреплены. Все, ну, досконально, потому что маурлат еще будет проходить сверху. Ведь мы вам потом представим, как будет крепиться уголками. И вверху, и внизу. Потом еще конечная будет обрешетка свяжет с двух сторон. Здесь жесткость обеспечена. Вот, но вот такой квадрат, как мы обещали дома, 10 на 10 второй этаж. Получится. В принципе, хороший, полноценный дом. Вот здесь вас сними. Это помещение над гаражом. Кто может помнить, по первым сериям я говорил, что бестолковое помещение мы будем это разрушим. Так как площадь этого помещения занимает внизу гараж, который не отапливается, и навес над гаражом, было решено разрушить, просто сделать либо двускатную плоскую кровлю, либо односкатную. То есть и помещение это не будет использоваться. Все усилия, так сказать, брошены на второй этаж. В принципе, я считаю, будет, ну, правильно, добротный такой деревенский двухэтажный домик. Когда приоткрою завесу тайны, планируется его обшить еще цокольным сайдингом под камень. Мне кажется, дом будет прекрасно смотреться. С металлочерепицей, либо с фальцевой кровлей, с водосточными трубами и так далее. Будет прекрасный дом. Ну, мне даже кажется, черепица здесь подойдет. Ну, посмотрим. Это все равно выбор заказчика. Ему принимать решение. Вот. Ну, в принципе, на этой ноте я хочу закончить и подытожить четвертый день нашей стройки. Попрощаться до следующей серии. В принципе, мы увидим уже, я думаю, очертания кровли, обвязку. Ладно, с вами был ваш Кровмонтаж. Меня зовут Мороз Алексей. Я оператор. Оператор Василий. Все, до встречи. Смотрите предыдущие серии и ожидайте следующие. Не забывайте лайкать, подписываться и не жалейте нас в комментариях. До новых встреч!